Это такое. Такое блюдо, да? Ну, из теста пирожки. Там всякие с травами. Чапати. Классно, мы не пожалели, что сходили на индийскую выставку. Ой. Там все так интересно. Столько много какой чего. Запах. Ну, запах, то, что это там специфические, это их не как специи. Вот. Так радостно. Прямо не знаю как. Все? Домой? Пробздились? Ну, конечно, мы туда пойдем что-то время. На остановку я имел в виду. 10 лет там фонтанчик. Такой классный. Там лодочка плавает по кругу. Детей катает. Сейчас он даже снег еще лежит. А где этот ботанический сад? А мы проехали ботанический сад. Здесь что ли? Да. А, значит туда выше, наверное. Пошли? Не, нет, там. Не пойдем туда. Пошли. Туда далеко идти. А что там смотреть? Там такие же елки растут, как и здесь. Вот тут даже еще снег лежит. Тут холодно в городе. Сколько интересное время? 5 часов уже есть, наверное? Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Вот так. Вот такая выставка. Мы можем на нем доехать до этого, как его, до Аблайхана, по Абайе. И все. Тогда нам надо 32-й. А? Это так, это у нас Ташкентская. Ой, Ташкентская, Тимирязева. Улица Тимирязева, мы едем уже домой, буквально на выставке. Индийская выставка нам понравилась больше, чем обычная по трикотажу. Ждем наш автобус. Жирокова Оизова дальше. Написано «Выставка домашнего текстиля» с 28 по 3 марта. С 28 февраля по 3 марта. Классно. Ехали-ехали, наконец приехали. Бразильский банк. Это мы в районе ЦУМа, а тут у нас Копакабана. Ресторанчик. Что, вот так пойдем или вот так? Пойдем вот так. Это здание бывшего аэровокзала. Вот так. На конструкции. На реконструкции. То, что я говорил, здание аэровокзала старого. Тут пиццерия. А тут Монами. Косметика, парфюмерия. Все, что хочешь, очень дорого. А народу у них никого нету. Да? Как обычно. Коробочки стоят с подарками. Подарки. Различные подарки, духи. Там самые дешевые духи, по-моему, 12 тысяч тенге стоят. $80 и выше. Краски шмашки. Сейчас дойдем до ЦУМа. Это наш Арбат. Это наш ЦУМ. Зара сейчас сделали там все. Зара с базара. Марк Спенсер. Батарейка заканчивается. И снимаю еще чуть-чуть. Это вот такой наш Арбат. Улица Аблайхана. Донеры, шмонеры тут. Все, что хочешь. Все, что угодно. Люди сидят, едят. Сити кафе. Вот так. Вот такой подземный переход есть. А мы поверху прошли. Ну ладно, ничего страшного. Здесь кафе. Ты вон ту кафе Роден, вот. Который. Такое здание, как после бомбежки на реконструкции уже несколько лет. Ага, давай. Такая у нас улица, там Гоголя.
какой-то магазинчик. Магазинчики магазинчиком погоняют. Так, время уже 7 часов. Стемнело, мы еще возле ЦУМа. Еще не совсем темно, но видно. Такой подземный переход в виде магазина. Сделали прикольно так. Так. Ничего, пошли, все, ладно. Раньше здесь была такая суперская, как сказать, ногти делали во всем.